Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Так, короче, взлетать надо. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Точняк! Так, бруталист где-то внизу, а этого тарифана шахтеры вверху. Все, перемещаемся. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Не вешать нож, головорезы! Принято! Как их приступим. Вот да. Нет ничего проще. Разумно. И это все не вопрос. Я первый. Так, минеральчики пошли. 3 минуты есть. Риперов-то подделать по-любому надо. Головорезов. Так, а тут не осталось, да? Все. Ну, вообще можно что одного происходит? Из них построить здание. Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге. Соберем чутка, подкопим армию. Смерть на пороге. Чего тебе?
хватать? А? Что стряслось? Выкладывай. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Когда надела? Смерть на пороге. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Можно продолжать добычу минералов. Смерть на пороге. Не вешать нож, головорезы! Так, чё, добычу продолжаем? Кому перерезать глотку? Чего пугаешь? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Не, нормально, сейчас в другое место пойдем. Месторождение минералов выработано. Виспеновый гейзер иссяк. Что происходит? Будет сделано. Смерть на пороге. Тут есть. Пойти туда, что ли? Давай сюда. Кара небесная! Кого подлатать? Слушаю! Смерть на пороге! Так, завод еще есть. Виспеновый гейзер иссяк. Что стряслось? Тогда парочку хранилищ построим. Точняк! Здесь нельзя строить! Тут, кстати, тоже незатапливаемая территория. Сюда сейчас переберемся.
Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге. И это все. Не вешать нож, головорезы! Выкладывай! За дело? Когда на дело? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Добычу минералов. Слушаю. Что стряслось? Точняк. Отбой, места мало. Да какого тебе места мало? Ты что там? Да. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Кого подлатать? Так, все это есть. Комплекс есть, все вроде улучшал, ну-ка. Месторождение минералов выработано. 8 гелионов. А? Что еще строить? Жару. 8 морпихов. Что скажешь, босс? Не вешать нож, головорезы! Кому навешать? Зададим им жару! Когда на дело? Ладно. Смерть на пороге. Бегом! Дадим им жару! Прочь с дороги!
помню, сколько я потратил. Ну, 16 миллионов будет, ладно. На пороге. Точнее, 16, 14. Вот теперь 16. Кто на новенького? Дадим им жару! Смерть на пороге! Что? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Наши КСМ атакованы. Дадим им жару! Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Так, тебя прислал Тош, да? Вовремя, ничего не скажешь. Отрабатываем контракт и уматываем с этой планеты. На пороге. Будет весело. И это все. Зададим им жару! Так, 4 прибавились. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Не вопрос. Принято. Непременно. А! Чего пугаешь? Смерть на пороге! Так, этих погрузим. Кого подлатать? Ну-ка. Ой. Погрузим. Пускай в бруталист улетит. Не вешай нож, головорезы! А как же? Месторождение минералов выработано. 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 Небесная! Доктора вызывали? Так, оттуда как пройти? В обход как-то. Что стряслось? Угу. Слушаю! Бегом! Доктора вызывали? Поехали! Чего тебе? Я первый. Уже в пути. Принято. Не вопрос.
Выкладывай! Понял. Сейчас уже после этого подъема надо будет бруталистка загасить, а потом уже минералы добирать. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Так. Кому перерезать глотку? Что происходит? Неподходящее место для посадки. Что ты гонишь? Так, теперь что, Гелион? Ты готов? Приступим! Давай, удиви меня! Наши КСМ атакованы. Чего тебе? А? Я вляпался! Не вопрос. О, бруталистка убили. Больше действия! Медаль пол! Поехали! Звучит заманчиво. Все. Есть вооружен и опасен. Слушай, дави на газ. Минералов.
Месторождение минералов выработано. Кому навешать? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Превосходно! Кто не дожил? Головореза коротка, тут отлично. Выполняю! Круто! Кому перерезать глотку? Еще немного, мистер Рейнер. 2-3 захода и готово. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Так, ну вроде возвышенность. Добычу минералов. Я первый, я первый. Не вопрос. Уже в пути. Нас тут выносят. Вооружен и опасен. Молодцы, ребята. Отличная работа. А теперь сваливаем из этой адской бани. Уже управился. А ты шустрый, мистер Рейнер. Думаю, нам еще будет что обсудить. Прям как я люблю, по часу каждый неси сидеть. Уничтожайте. Уничтожение войск. Войск наличие 130, ну все как нужно. 12 потеряли. Минералов добыли, ну на войско потратили что. А это что? Спасено боевых единиц. Ой. Побег, песочница. Погодите. Так, достижение. Убейте бруталиста с помощью лавы. Ну, на бойце, наверное, и есть смысл так прикалываться. Найдите всех головорезов Тоша. Ну вот, видать, каких-то троих не спас. Где-то надо по карте было летать. Вместе ветеран. Продолжить. Сейчас что-нибудь прокачать можно. Отлично сработано, сэр. Благодаря этой операции на Редстоуне мы вылезли из долговой ямы. Почему Тош на борту? Он хотел поговорить с вами лично, сэр. О том, чтобы вести дела вместе. Ты собираешь о нем данные? Конечно. Никакой он не пират. Ходят слухи, что он беглый призрак. И до тех пор, пока не сбежал, был одним из лучших наемных убийц Доминиона. Теперь Менгск ненавидит его так же, как и вас. Парень начинает мне нравиться. Но все равно лучше за ним присматривать. Да, сэр. По-моему, первый раз я проходил... Вот этого типа выбирал сторону. И там еще какая-то баба была. Надо попробовать бабу выбрать.
Так, новый проект, это потом посмотрим. Было бы неплохо завести тут живую музыку. А, ну тут как обычно, стайку сам побазарить можно. Слышал о парне по имени Габриэль Тош? Только слухи. Говорят, он участвовал в секретной программе по подготовке призраков особого назначения. А потом вроде как съехал с темы и ударился в бега. Я бы с этим Тошем держал ухо востро. Зазеваешься и привет. На тот свет. Я уже сталкивался с беглыми призраками. Главное, чтобы они не работали на Менгске. Новости. Донни Вермиллион, UNN, ваш первый, единственный и последний оплот правды. Сегодня наш корреспондент Кейт Локвелл приоткроет завесу тайны над войной между отважными призраками и безжалостным невидимым противником. Спасибо, Донни. Сейчас рядом со мной находится главный доминионской программы. Насколько нам известно, вы и ваши ведете за группой. Расскажите об этом подробнее. Кейт, некоторые данные я раскрыть не могу, но в целом ситуация такова. Не уйдут от их произойдет. Я думаю, что граждане Доминиона могут спать спокойно. Ведь служба безопасности всегда стоит на страже их покоя. С вами был Донни Вермиллион, специально для UNN. Брехня какая-то, ничего не понятно. Арсенал. О, классно, что планета, на которой миссию проходили, здесь показывается. Так, это ничего не говорит. Теперь у нас на корабле еще и пираты. Качинский, произведи опись ценного имущества. Хватит бездельничать. Пора создать видимость деятельности. Это по-нашему. Головорез. База. О! Запас прочности или... Дополнительный залп. Наверное, это надо вкачать. Но пока я не знаю, какой миссии пригодится, это я даже не помню. Ну-ка. 50, 80, 50. Щиты вкачать. Головорезы мне понравились. Клевые ребята. Техника. Ну, вкачаем все-таки вот этот щит. 60. Остается 55. Ну а это уже пускай все потерпит, я думаю. А потом, может быть, головореза качать, я даже не знаю. Мостик. Тоже. Вот и наш бравый командир. А мы с тобой хорошо сработались. Что ты здесь делаешь, Тош? Ты получил, что хотел? Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на Белшире. Как раз для нас с тобой. Интересует? Может быть. Хотя что мне до этого? Пиратство не мой профиль. Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить Менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю.
Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговорим позже. Так, ну в лабораторию. Потом звездную карту посмотрим. Что-то хочет баба рассказать. О! И надо вот так вот. Образец ткани зерга продолжает эволюционировать. Он обладает моторными функциями. Несмотря на отсутствие нервной системы, он выделяет больше тепла, чем мог бы поглотить, находясь в пробирке. Я начинаю понимать, как зергам удается так быстро закапываться. Они обладают миллиардами крошечных мышц, постоянно вибрирующих с низкой частотой. Таким образом, ему удается разрыхлять землю и крошить камень. Они буквально плывут под землей, а скорость их перемещения приближается к скорости бега. Похоже, что знание может оказаться полезным. Из чистого любопытства я провела исследование минералов с Редстоуна. Думаю, вам будет интересно узнать, что я нашла следы Джория, редкого минерала с уникальными свойствами. Я весь внимание, док. О каких свойствах речь? Джори резонирует на частоте определенных мозговых волн. В теории его можно было бы использовать для стимуляции мыслительной активности или даже для развития у людей псионных способностей. Интересно, на кой черт Тошу понадобился Джори? Все понятно, он же занимается этой всей псионической херней. Исследование. Сейчас вот это будет вкачано. 11. Протосских исследований что-то нету, блин. Попозже будет, наверное. Так, ну крепость. Усилить. Так. Командный центр можно переоборудовать в планетарную крепость. В результате переоборудования командный центр оснащается спаренными орудиями Ивика и укрепляется дополнительной броней. Планетарная крепость не может взлетать. Это улучшение оснащает командный центр спаренными орудиями Ивика и укрепляет здание дополнительной броней. Улучшение возможно только по завершении строительства. Помните, что командный центр, переоборудованный в планетарную крепость, не может подняться в воздух, поскольку ускорители Атлас не рассчитаны на вес этого строения. Ну, турель погибель. Я даже не знаю смысла в ней. Это те же эти огнеметчики, только из-под земли, автономные. Крепость по здравии будет. На крепость скачать. Все. Да, что такое? Кстати, вы дракон мой не видели? Красный такой. Революция потихоньку набирает обороты. Мостик. Ну и что у нас по заданиям? Здесь что-то про протосов говорил Тайкус. Протосы добывают на Белшире редкий газ, который они называют дыханием жизни. Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, протосы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню, но, по крайней мере, попытаются. Все сказал, в принципе. Когда-то Белшир был местом, где протосские тамплиеры находили покой и уединение.
С тех пор на планете осталось множество древних святилищ и разрушенных храмовых садов. Тарсонис. Бывшая процветающая столица тиранов. Ныне лежащая в руинах. Тарсонис – это своеобразный могильный камень погибшей конфедерации. Так, что тут? Я получил донесение об операции Доминиона по вывозу ресурсов с Тарсониса. Несколько поездов и минимальная охрана. Если мы перехватим составы и экспроприируем груз, то сможем неплохо заработать. И опять зерги. Ну, охота вот Вилшир пройти, потом Сонис, а потом, наверное, все-таки сюда надо будет. Зов жителей. И здесь Тайкус будет говорить. Ну, Вилшир, Голиаф, тем более наземный и воздушный, это будет интересно. Вот, смотри. Выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Обычно я стараюсь избегать стычек с протосами, если это возможно. Это не простые протосы. Это секта фанатиков, называющих себя Талдарим. Они верят в то, что Тиразин — священный дар Зелнага. Если протосы вызовут воздушный флот, они раздавят нас, как тараканов. Свон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство голиафов. Если их противовоздушные орудия так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, ковбой, сделаем. Будут тебе голиафы. Как мы доберемся до Тиразина? Видишь алтари? Мистики из секты Талдарим используют их для добычи Тиразина. Подходи, добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Но нужно будет защищать их от нападения. Если повезет, мы сможем улететь с добычей прежде, чем нас обнаружат Талдаримы. Ладно, приступим. Зов джунглей, что ж тут посоветуют? Ну-ка, прежде чем приступить к добыче Тиразина, обеспечьте вашим КСМ надежное прикрытие. Ну, понятно. Главное, чтобы никакого ограничения по времени не было. Чтобы можно было нормально, спокойно все это настроить и делать вылазки. А? Что стряслось? Вот координаты мест добычи Тиразина, брат. Надеюсь, это немного облегчит тебе жизнь. Наши КСМ могут перевозить канистры с Тиразином. Вот только чтобы отсоединить их, потребуется некоторое время. Так что не оставляй КСМ рядом с алтарями без присмотра. Приказы будут! КСМ готов! А, так они их запечатывают еще. КСМ готов! Ладно. Сохранюсь, потом продолжу. Зов джунглей.